о своей судьбе. Да, можно? Да, можно. Я представляю издание «Банковское обозрение», заместитель главного редактора, и отвечаю за технологическую составляющую. Пришел на мероприятие, чтобы моделировать секцию IT and Digital. Я считаю, что такие мероприятия очень важны, потому что маркетинг финансовых услуг сейчас развивается, и особенно в части интернета, как и сам банковский рынок, он идет в интернет, идет в мобильный. Люди не очень пока понимают, как продвигать. Но в интернете уже есть какое-то понимание, в мобильном пока его меньше. Немножко не хватило сегодня обсуждения именно мобильного аспекта маркетинга финансовых услуг и слияния с e-commerce, в частности, то есть с электронной торговлей. В целом мероприятие полезное. В первой секции были очень хорошие, интересные выступления. Чуть выше про мобильный маркетинг. Может, это не знаю, мне самое интересное просто мобильный. Просто не все верят до сих пор. У тебя даже это личное пространство. Мобильное продвижение — это не вопрос веры, да, как вот кто-то из великих сказал Нильс Бор, его спросили, зачем вы вешаете подкову, да, на дверь, это же суеверие, то есть вы в это верите, он сказал, вы знаете, мне сказали, что она работает, даже если в это не верите. Вот, то есть люди перестают пользоваться компьютерами, люди перестают ходить в отделение, то есть мобильный становится единственным способом коммуникации с банковским клиентом. Поэтому сейчас банки активно ищут, как связаться с ним через мобильный. Есть технологии каких-то маячков, айбиконов, которые позволяют пересылать банковскому клиенту сообщение, когда он проходит мимо магазина, мимо банка, мимо чего угодно. Да? Ну и это только такие первые ласточки, наверное, в банковском маркетинге, новой волны. Есть устройства носимые, которые сейчас активно развиваются. Поэтому, ну вот, независимо от того, верим мы в это или нет, я думаю, что ближайшие там, год-два покажут, что, собственно, и другого маркетинга это уже нет, кроме этого. Хорошо, спасибо большое. Нет. Спасибо. А как раз там нужно что-то? Да. А то, что ты передвигал там во время съемки, нормально? Войдет там второй вариант. Войдет там второй вариант. Просто там как-то сделать не назовем. Но он поинтереснее на себе. Как на мой взгляд. Кстати, у меня сегодня было смешно, что вы говорили, что сервис не так был. Ну, так нам было теплее. Ну, да, вот желтый. Вот в том-то и дело. Просто я бы сейчас вернулся, а еще лучше. Вот вчера. Давай я интервью. Давай. Уй, в войне. Вообще, у них такой уровень сервиса, что... Понятно. Они что делают? Они делают так, чтобы водить. Ой, а я тебя снял.